World Cyber Games продолжаются, как и турнир по World of Tanks. Групповая стадия завершилась, стали известны все участники плей-офф. Из группы А вышли Украина, которая ожидаемо убила канадцев, и Россия, с трудом вырвавшая ничью у Беларуси. В группе Б лучшими стали Польша и команда США. В решающем бою американцы все-таки оставили за бортом Тайвань. Из группы С вполне ожидаемо вышли команды Кореи и Вьетнама. В группе Д первые две строчки заняли немцы и японцы. Танкисты из страны восходящего солнца выбили хозяев турнира – китайцев. Кто бы мог подумать? Но сюрпризы на этом еще не закончились. В первом четвертьфинале на поле боя сошлись поляки и вьетнамцы. Европейцы уверенно начали и довели счет побед до двух, но затем все перевернулось. Итог 3-2 в пользу Вьетнама. Такого результата, пожалуй, не ожидал никто. Следующий четвертьфинал играли на сцене. Еще бы. Схватка между такими сильными командами, как Германия и Россия, просто обязана быть жаркой. Так и получилось. Германия заработала очко. Потом второе, а потом третье. 3-0. Немцы отправляются в полуфинал к Вьетнаму, а россияне — грустить и паковать чемоданы. На чемпионате осталось 6 команд. Украина, Германия, США, Корея, Вьетнам и Япония. Каждый из кластеров по-прежнему представлен как минимум одной командой. Что будет дальше, увидим завтра. Первые игры начнутся в 9 утра по Москве. Два четвертьфинала – США против Кореи и Украина против Японии. Кто пробьется в полуфинал, узнаем совсем скоро.